Доброе утро! Good day, my girls and boys! Приятного аппетита! Саня, Танюха сырники пыталась жарить. Сырники — это вообще не мое. Мне нравятся мамины сырники. Чуть-чуть они подгорел. Такие мягенькие. Да, я муки все время маловато кладу. Почему хорошо, да? Мне кажется, нужно больше. Чтоб взял в руку и так. I'm glad to see you again. Let's start it. This is the tasted... Что ты там наболтал? Сырник. Сахара мало, да? Да, сахара было побольше. Ну, по идее, для вкуса. Вообще можно и... Может, и сгущенкой полить. Да. Мне твои больше нравятся, потому что твои мягкие. А мне нравятся, когда твердые. А у мамы, да, вот твои твердые. А вообще, еще вкуснее — это ленивые вареники. А возьми, в принципе, столько же. Пока ты спал, пришла мне куртка еще одна. Ну, такая же, только на размер больше. Померить? Я покушаю и померю, хорошо? Хорошо. А я чай попью. В общем, я сейчас говорю Тимурке, чай допью. Пойдем к твою комнату. Протеин бар. В мою комнату? В Тимуркину комнату убираться. Я думаю, мою. У тебя есть комната? Это уголок там. Я говорю, Тимур, пойдем в твою комнату убираться. Тимур что-то топтался и сказал, а, пойду погуляю, пока ты чай пьешь. Я думаю, сейчас долго будет гулять. Но самое трудное — это начать, потому что у него там на самом деле много чего есть делать. У него там полный шкаф нужно перебрать. И одежду, и игрушки. Еще ладно, не будем забегать вперед. Думала сегодня суп гороховый приготовить. Но надо ребрышки, за ними надо ехать. Саша говорит, а, ладно, на выходных. Я вообще только проснулся. Я на самом деле ночью плохо спал. Точнее, не спал. Прошлой. Вообще вот так. Кувыркался вот там. Не мог заснуть. Не бывает, знаю. Такой, да. Не знаю почему. Просто не можешь заснуть и все. Ну вот наш последний герой. Поменяли ему подстилку. Опилок не было. Просто эту бумажную насыпали. У нас их много осталось еще. И одну миску с едой в этот раз поставили ему вниз. Потому что вообще у него там наверху еда. Но ему тяжело. Ну как тяжело? Ходит, пока ходит. Но я думаю, что он уже не такой молодой. Вот, смотрите, еще бегает даже чуть-чуть. Ну, похудел уже заметно, конечно. Да, он не облезл, он просто сейчас намок. Его Тимурка чуть случайно брызнул. Что у него там на спине? Бумажка. Как ежик. Ни головы, ни ног. Ой, бегает, я же говорю, нормально. Молодец, старичок наш. Да? Давай уберем этот листик. Ну, сейчас в туалете покачается, нет? Не, ну я помню, раньше он вот прям вот заходил в его туалет и прям так вот кружился, ворчался, кувыркался. Милашка, может быть, я куплю нового хомячка? Клетка у тебя со мной есть. Не хочешь? Поедем нового хомячка. Я своему маму... Я, может, тоже... Или будем клетки продавать, как думаешь? Не знаю. Еще не забыла ванильку, да? Ну, ты думай, то надо клетки их куда-то девать нам, или продавать, или новых хомяков покупать. Кто не место занимает. Я хотела зайчика купить. Зайчика хотела? Угу. А я не хотела. До твоего надо, вообще попугая хотела. Угу. Надо, подумай еще. Клетки просто у тебя есть, надо как-то пользоваться ими. Ну что, ушел? Куда ушел? Пошел, походу спать. В хижину свою, ладно. Сладких снов. А я вспомнила, что ты сейчас хочешь принести. Ага. Которые купили, ни разу не использовались. Вы знаете, что это? Мышеловка. Это мышеловка. Это гуманная мышеловка? Да, это гуманная мышеловка. Она не убивает. Она не просто... Я видела такие. Там туда ложь сыр, что-то покушать. Да. Мыши видят, они заходят, а потом закрываются. Ну, да. А мыши не получают вред. А если белочка зайдет, ей хвостик не повредит? Нет, ну, если не зайдет. Это слишком маленький для белки. Нет. Если положить сыр... Я видела, это делают некоторые... Нет, Саш, я бы не смогла бы... дикой мышкой дома жить. Я видела... Не, ну ладно, по приколу поймать здесь, просто по баловаться отпустить. Ну, это же гуманно, что она останется живая, все в порядке. Я видела всякие видео, там такие ставили, а потом на следующий день приходили, а там столько мышей было. Прям столько? Да. Нет, они много поставили, а потом в каждом... Я единственное не помню, как... А, вот это надо было вот здесь как-то, да, фиксировать, наверное. А это... Как это работало?
Давай, давай, пальцы тебе отфигачу. А, это, наверное, как-то... Подожди. Нет, Саш. Это работало вот так. Вот это вот так. Поднимай ее. Поднимай вот эту вот часть. Это вот так. Железку поднимай. Ага. Железку. Она одна в другую, наверное, туда одевается. Наверное. Ну, не факт. Да. И потом вот это вот за этот крючок. Нет. Оттягивай. А, вот это сюда? Да. Ага. Вот так ставишь. Да, там внизу на что-то кончик. Вкусненькое. Все. Смотри, вот там на кончике что-то вкусненькое накалываешь. И дай фломастер. А давай пальчиком. Что там? Ложку. Ну, я не могу достать, мне такие пальчики длинные. Смотри, ты достаешь там вот до конца, она начинает кушать, и в какой-то момент она может или сильнее закрыть, или слабее. Смотри, она совсем сделала слабо. Надо подлиннее, а то только что себя чуть пальцы это не сломала. Ну, короче, поняли, да, принцип? Вот так вот раз. Да. И потом они, когда дергаются, это палка... Короче, несите кусочек сыра. И что это такое? И поставим на улицу. Что это покупки для мышки? И будет у нас домашнее животное. Классно, да? Я против такого животного. Как думаешь, поймает? Ну, я думаю, да. Да? Класс. Особенно, если ты в подвале поставишь. Нет, поставим на террасе. А детям будет занятие каждое утро проверять. А если есть? Знаешь, какие эмоции? А кто выпускать будет? Я, допустим, боюсь. Ну, я отпущу. Так, все, сыр у нас на кончике острия. Ну, пошли. Где вы будете ставить? Там можно. Теперь проверяйте регулярно. Завтра утром надо проверить. В какую сторону мне поставить? Ну, дурак, зонтик. Вот там мышка у нас бегала. Вот туда. Идем. И вот сюда поставь. Вот, где лист? Я сама попалась. Ты попалась сама, да? Да, сейчас сразу поставим. Конечно же, мы потом отпустим мышь. Да просто для прикола мы делаем. Так, ну. Куда вот туда, подальше, в уголок. О, видишь, как она срабатывает? Ладно, потом. Сюда? Ну, тут срабатывает. Ну, если это не будет Джерри, иначе он поймет. Надеюсь, сюда не придет, наоборот, кот будет лапы туда сувать. О? Ну, так от каждого ветра, короче, будет. Ну, не, можно посильнее просто. Делайте все-таки посильнее. Ну, вот, пришла куртка на размер больше. Хороший размер вроде как. Я думаю, что я ее оставлю. Сейчас, наверное, соберусь, в магазин прогуляюсь. Подожди, Милан, знаешь что? Может, вы с Тимуром видео доснимете, которое начали снимать? Чтобы Тимур мог убрать наконец-то все у себя в комнате. Потому что там куча реквизитов на полу валяется. Выглядела свою куртку новую. Хорошо. Комфортно? Комфортно. Ну, на улице сейчас дождя нету, хорошо, ветра нету, идешь, так я нараспашку. Классно. Купила мужу капсулы. Знаешь, так идешь вроде за какой-то мелочью, а потом все надо, оказывается. Это я в Эдвике купила. Ты как раз мне позвонил вовремя и сказал, что капсулы надо купить, заканчивается. В Эдвике акция на них была. Mm-hmm. Прям тебе фартануло, поэтому я взяла тебе еще такую модную. Бумажные полотенца заканчиваются. Я люблю покупать в пене, потому что там можно пол листика отрывать, знаете, разделено. А если как бы нет, ну, специально, чтобы не идти, уже купила какие есть. Вкусный хлебушек. Покупали уже, по моему совету? Он даже пахнет обалденно. Он с этими, скажи, с орехами грецкими. Но он вкусный только первый день. Да. Ну, второй тоже сносно, но первый вообще кайф. Его просто так можно есть, да, Саш? А если масло намазать, вообще сказка. Поэтому смысла не было на ночь покупать его. Сейчас котлеты буду жарить. Ух, закончился. И мандарины. Было написано сладкие. Так ты расскажи, как в куртке-то? В куртке как шлось? Ты это распаковывай и рассказывай просто. Да. Кайфово шлось. Вообще. Если бы еще и не пакетами обвешано с двух сторон. Очень хорошие куртки. Мандарины. Красивые. Это в Эдаке было. А что я купила в Валде? Я, в принципе, в Валде собиралась только. Милане колготки. И купила чернику. Сейчас акция была. Купила аж 3 упаковки. Потому что она вкусная. А если еще и дешево, вообще хорошо. Так, это батон. 3 с копейками, полкилограмма. Это вообще хорошая цена.
сметанка хотя бы такая, потому что в русском мы не были, в Кауфланде тоже. И будет вот, да, у нас котлеты. Не будет сегодня у нас супа горохового, потому что нам стало лень ехать в Кауфланд, либо в русский, в общем, куда-то, где можно найти рюбушки копченые. Огурчики. И все, и молоко. Нет, еще сметана. И себе к чаю батончик. Не хотела показывать, видно, завалилась там где-то. И молоко купила. Все. Пойду сейчас все разложу. И буду жарить котлеты, потому что что-то я пока ходила, сама проголодалась уже. Мой ужин на 530 калорий примерно. Котлетки чуть, горчичка, салатик, в общем. Решили посмотреть с детьми фильм «Алиса в стране чудес», первую часть пересмотреть. Мы уже смотрели раньше. Мне прямо вот в Барселоне еще захотелось. Я детей еще вторую неделю уговариваю. Они говорят, давайте что-нибудь посмотрим. Я говорю, давайте «Алису». Ну что, классный же фильм? Да, хороший. Так что погнали. Включай, Милан. Кажется, что здесь кого-то убили, да? Нет, на самом деле я почистила наконец-то 3 граната, которые купила вчера в Лидле. По-моему, была скидка, и они стоили 79 центов или как-то возле того. Такие вкусные. Я брала с опаской, в этом году еще не пробовала. Думаю, наверное, будет еще не очень. Просто обалденный, лучший гранат из тех, что я за последнее время вообще ела. Ну, нужно теперь убирать все, что здесь набрызгало и разлетелось по сторонам. Все улеглись, кроме Артема. Заварила себе чаек. Буду чаевничать. В общем, Саша притащила мне книжку, положила на стол и говорит: Танюха, да, читай уже свою книжку. Мне-то чуть-чуть осталось, я все никак не могу. Помните, я заказывала вот эту «Тонкое искусство пофигизма» и вот эту. Начала с меньшей. И как-то она мне не то, чтобы не зашла. Ну да, как-то вроде как и тема интересная, и все так по делу. Но как-то вот сама подача мне не зашла. Но я решила не забрасывать и дочитать. И, короче, не начинать другую, пока не дочитала эту. Чтобы не было так, что одну начала, другую начала, и обе недочитанные. Поэтому сказала, принципиально не буду начинать эту, пока не дочитаю вот это, короче. И Саша мне сегодня уже открыл. Но тут чуть-чуть осталось. Но она легко читается, буквы большие. Говорит, ну дочитай уже. Ну вот я думаю, правда, возьму и дочитаю. Заварила себе чай. Сейчас буду пить чай и читать. Вот иногда вроде говорят, да, что если в семье читают, вот, допустим, родители читают, то и дети тоже. Я бы, сказать по правде, не очень люблю читать книги. И дети наши тоже, к сожалению. Но с другой стороны, моя мама постоянно читала. Сколько я помню, у нас было столько книжек. Просто вся секция заставлена книжками. Мама читала романы. Мне кажется, она каждую неделю покупала себе новую. Но, во всяком случае, мне кажется, что очень часто. Ну и как-то мне оно не привилось, не перенялось. Хотя мне тоже книжек покупали много. Вот не заходило мне. Единственное, что помню, от чего я вот прям вот... балдела, это от комиксов эти вот Микки Маусы, Дональд Даки. Вот их я вот прям только принесла, и сразу от корки до корки мне прям очень нравилось. А вот такие почему-то как-то не так. Так что вот, буду я читать. И спать уже хочется, наверное, через часик пойду дочитаю и лягу. Короче, у нас 11 часов вечера, не знаю, как там у кого, как у вас. Увидимся с вами обязательно завтра. Всем спокойной ночи. На фоне там мои полугнилые бананы. Все. Кефира не было, не могла доесть. Теперь купила, надо доедать. Либо закинуть в морозилку, порезать на коктейльчик. В общем, не обращайте внимания. Всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. Всем пока.